Конечно же, задача номер один вот в краткосрочной перспективе – это обеспечение доходов в 2015 году. Мы все знаем, что только за счет доходов страховых взносов мы обеспечиваем выплату текущих пенсий. Поэтому задача номер один – 100% исполнения планов по доходам и максимальное сокращение задолженности предприятий в пенсионный фонд. К сожалению, не все предприятия у нас отличаются хорошей платежной дисциплиной. Ну и задача на перспективу – это то, что мы в феврале должны будем провести индексацию страховой пенсии. Эта индексация, в отличие от прежних, она будет иметь отличие. Индексацию страховой пенсии получат только неработающие пенсионеры. И факт работы, работал или не работал человек, мы будем определять по состоянию на 30 сентября 2015 года. Соответствующий законопроект уже принят в трех чтениях Государственной Думой. И со дня на день мы ожидаем подписи главы государства и обнародования этого законопроекта с тем, чтобы мы уже работали с принятым законом.